Иерархии священники Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви считают, что в Черногории необходимо принять новый закон о свободе вероисповедания. В своем обращении к властям иерархи митрополии призвали прекратить гонения на православную церковь Черногории и высказались за необходимость принятия нового закона о свободе вероисповедания, церквях и религиозных объединениях и закона о реституции отнятого церковного имущества.